Всем привет! Самое лучшее занятие, чем может заниматься человек, это ничего не делание. Сейчас я им и занят. Вчера я вот так вот ставил этот ароматизатор. Человек один даже очень услышал и увидел это слово. Спросил, неужели эти амортизаторы ароматизированы? Да, они с запахом, поэтому... Мои амортизаторы называются ароматизаторами, а аллигатор с двумя L и с одной I я пишу как аллигатор, для того, чтобы выявить умных и не очень людей. Вот. Ну вот так стояло, вот так я проехался, мне понравилось, но мне не нравится внешний вид. Вот. Поэтому я решил поставить вот так. Но так как он слишком, в общем, у него не так что-то будет, как-то я решил поставить вообще другой ароматизатор сюда, чем сейчас я уже, собственно, занят целых 2-3-4 минуты. Уже я приготовил болгарку, перчатки, очки, и вот взял такую вот штуку-шнягу, из нее будем делать то, что нам нужно. И устанавливать на мотоцикл. Сразу не буду показывать, как я хочу. Буду поэтапно делать то, что делаю. Сейчас я буду срезать вот эту чашку опорную, на которую опиралась пружина. Ну вот, отпилил. И она не пролазит. Сейчас я вот здесь вот угол срежу. Отверстие увеличится, и она уже вот через эту штуку вылезет. Ай-яй-яй. Вот, ну как-то так вот, слегка тут вот, ну, чтобы шкуру свою не попортить. Теперь надо его как-то тут закрепить. А так как здесь есть смещение, это хорошо. Будем на верхнюю дырочку крепить, чтобы ход у него был не ограничен, и вообще получится классно. Вон он, болтик там. Даже увидеть невозможно. Но вон резьба. А с этой стороны он, ну, вот такой замысловатый, но я его уже сверлю, потому что я же собирал для себя, и когда-то я там зафигачил его на фиксатор резьбы. Кстати, сверлится он вообще как алюминиевый. О, вы это видели? Ну все, теперь есть место, где закрепить уголок для крепления ароматизатора этого. Процесс. Сейчас буду изготавливать кронштейн вот сюда. Вот, чтобы вот сюда. Хочу показать вот это безобразие, которое вот вызвала моя деятельность. Так. Вот так вот тут вообще все это вот так. Да. Пока я кручу, вы свою жизнь тратите на просмотр этого. А что, чужой секс — дело интересное. Ну вот так получилось. Смотрите, все подтянул, затянул. Здесь шайбу проставочную поставил. Здесь дистанционная втулка, чтобы не стянулись уши. Ну, здесь можно катафотик прикрутить. Вот такой кронштейн. Сделал его со смещением сюда. Вот он, болт. Благо М8 болт, а головка под, ну, у нас такой с литой шайбой под десятку ключ. Удобно получилось закрутить это все. Ну и вот здесь вот на 19, здесь на 14 подержать. Ну вот весь инструмент мой. Все, там тоже с пресс-шайбой с такой этой. Как бы я сейчас уже пошатал, шатается четко вообще. Смотрите, буду пошатать.
чтобы пошатать, надо сразу подножку убрать боковую. В общем, держит. Держит классно. И туда держит, и обратно. Лучше, чем было. Ну и выглядит, я думаю, лучше, чем выглядел тот амортизатор, который был прежде. Вообще классно так получилось. Он еще красный так, как будто какой-то Сач или Монро, или еще что-нибудь там из трех букв. Ну, вот такая вот конфигурация. Но это еще не все. Ну вот, а вот теперь все. Испытание. Ну, в смысле, испытание какое? По это самое. Потеребонькать и присесть, посмотреть, как оно. Как раз это, на радостях и дождь закончился. Вообще классно. Ну вот, смотрите, тут возле полужопия она расположена, ну это как бы ничего страшного. Ну теперь он жестенький такой, ну, хороший. О, нормалек вообще классный стал. Ничего покупать не пришлось, главное. Вот. Все, теперь ходовые испытания у нас на носу. Ну а то, что здесь открыто, это ничего. Здесь как бы такое место. Ну я носок сюда могу намотать, как бы. Или трусы старые, или новые. Вот так вот. Всем пока, всем добра, всем этих, как их, ароматизаторов пахнущих.